среду в Самарской области будет пасмурная с прояснениями. Теплая погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха 10-17, тепла днем, ночью плюс 1, плюс 3 градуса. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 8 градусов, ночью плюс 1. Ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 10, ночью 3 градуса выше 0. Ветер западный, 5 метров в секунду. В Самаре пасмурная погода, возможен дождь, дневная температура плюс 15 градусов, ночью плюс 4. Ветер юго-западного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 52%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.